Вы хоть представляете, в какое говно вы меня окунули? Сараево, 95-й год. Вам приказали доставить груз и свалить, словно вас там никогда не было. Нас обнаружили, пришлось импровизировать. И ваше решение проехать на танке по улицам Сараева? Так точно, сэр. Я что, похож на дебила? Так-то... Нет, сэр, нет. От создателей заложницы. У нас здесь есть еще одно дело. Ходят слухи, что во время Второй мировой нацисты конфисковали у французов золото. Местные жители затопили деревню, чтобы остановить их. И теперь оно на дне озера. Что скажете, парни? Вперед! Вы понимаете, о чем речь? Поиск золотых слитков на 300 миллионов долларов, которых никто не видел уже полвека. Крупная несанкционированная операция. На глубине 50 метров под водой. В самом центре вражеской территории. Это наш шанс совершить подвиг ради народа этой страны. Я в деле. 5 морских котиков. Одна невыполнимая афера. Теперь вас активно разыскивают охотники за головами. Мы честно не деремся. Ничего, я тоже. Опаснее. Самого задания вы понимаете, что нарушили присягу? Только эти ренегаты. Я всегда мечтал идти красиво. Ложись! Пошел, пошел, пошел! Надо было другие труселя надеть. Ренегаты! Впереди танк. Сзади еще один. Ну что, парни, поплаваем? Автор сценария — Люк Бессон.